Теперь о ситуации в Луганске. Там сейчас находится наш корреспондент Вениамин Трубачев. Узнаем от него последние новости. Вениамин, как прошел день и что происходит в Луганске сейчас? Что прямо перед собой? Сегодня в Луганске, прямо в центре города, произошла перестрелка буквально в нескольких кварталах от того, где я сейчас нахожусь, возле бизнес-центра «Динамо». Неизвестные в масках стреляли друг друга из автоматического оружия. Очевидно, это какие-то разборки среди самих боевиков, потому что сил АТО в самом городе сейчас нет. Ну и самая горячая точка в Луганской области, пожалуй, сейчас находится в городке Рубежное. Там сегодня ночью террористы, боевики обстреляли украинские блокпосты. Они завязался бой. После этого боевики открыли огонь по жилым кварталам и несколько часов стреляли из гранатометов и минометов. И таким образом пытаясь дискредитировать украинских военных, обвиняя их в том, что это стреляют именно они. Но в штабе АТО нам заявили, что никаких ответных выстрелов в жилые кварталы не производили и воюют исключительно с боевиками и террористами. Предлагаю послушать прямую речь. Мінометний та гранатометний обстріл був перенесений на житлові квартали міста Рубіжного. Це робилося метою, щоб запевнити місцевих мешканців, що вогонь ведуть українські підрозділи у відповідь на штурм бойовиків. Керівництво антитерористичної операції вкотре запевнює, що українські військовослужбовці, які задіяні в антитерористичній операції, не застосовують зброю проти мирних мешканців. К счастью, пострадавших среди украинских военных и мирных жителей нет. Разрушено только несколько домов. Они не полностью разрушены, а повреждены. А вот накануне на украинско-российской границе тоже завязался бой. Несколько машин с боевиками пытались прорваться на территорию Украины. И вот по сообщениям госпогранслужбы завязался бой. Были убиты 5 террористов и трое ранено украинских пограничников, они сейчас находятся в госпитале. Но все-таки несколько машин с боевиками, вооруженными боевиками, прорвались на территорию Украины. Вот по моей информации, они сейчас находятся вблизи городка Ровеньки, это недалеко от границы. И вот я буквально перед эфиром связывался с некоторыми из местных жителей. Они говорят, что эти люди хорошо вооружены, их несколько десятков, и все они кавказской внешности. Наталья. Спасибо. Вениамин Трубачев, он работает сегодня в Луганске.